Всем привет! Так, секунду, что-то с объективом. Вот теперь полный порядок. Совсем скоро наступит Новый год, и я решил сделать красивую и красочную распаковку. Это фигурки Black Light по моей любимой вселенной Marvel. Я собрал всю серию. Это Капитан Америка, Железный Человек, Тор и Доктор Стрэндж. А еще специальное издание «Коробка с Человеком-пауком». В ней футболка и фигурка паучка. Если и этого мало. Пожалуйста. Это Карнаж. Лимитированная фигурка для магазинов Фанка. Особенность этих фигурок, конечно же, в их ярком окрасе. Более того, эти кислотные краски светятся под ультрафиолетом. Давайте уже распаковывать. Эти фигурки изначально выпустились для сети американских супермаркетов Target. Затем, видимо, спрос превысил предложение, и следующую партию выпустили со значками Special Edition. Ну, к слову сказать, абсолютно не важно, какие наклейки на них. Итак, вот так выглядит Тор. И это костюм по комиксам. Ну а вот так он выглядит в ультрафиолетовом свете. Железный человек. Этот скульпт фигурки уже выпускался ранее в серии по фильму «Первый мститель. Гражданская война». Смотрим в ультрафиолетовых лучах. Доктор Стрэндж. И снова костюм по комиксу, и фигурка в таком скульпте также уже выпускалась, только в оригинальных цветах. И Капитан Америка также выходил в серии по Гражданской войне. Смотрим, как он выглядит в ультрафиолетовых лучах. Идем дальше, и сейчас я хочу распаковать коробку по Человеку-пауку. Она лежит у меня уже больше месяца, и вы просто не представляете, сколько раз я уже хотел это сделать. В комплекте идет футболка, и давайте посмотрим, светится ли ее принт в ультрафиолетовых лучах, так же, как все эти фигурки. Как вы видели, принт светится, и это очень крутая футболка. Ну и, конечно же, сама фигурка. Человек-паук здесь на подставке, в прыжке. И вот-вот выпустит паутину из своего запястья. Теперь смотрим, как же светится он. Ну и напоследок посмотрим на Карнажа. Для тех, кто не знает, это симбиот, внеземной паразит, точно такой же, как и Веном. И, пожалуй, это самая красочная фигурка. И вот почему. Что хочу сказать? Это крутейшая серия. С единственным минусом. Вся красота фигурок раскрывается в ультрафиолете, и такой свет не часто можно встретить у кого-то дома. На мой взгляд, даже одну из этих фигурок будет достаточно иметь в своей коллекции. А уж какую, выбирать вам. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю, чтобы в эту волшебную пору все ваши мечты сбылись. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании, или просто отсканируйте QR-код. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это будет для меня хорошим подарком на Новый год. Ну и спасибо за просмотр. Пока!